Короче, локов присуманивали. Ну все, и новый институт. Я отойду сейчас на парочку минут. Так, ну что, коват? Потанчишь. Луцинь похиль этого онючи. Хотя хер знает, сейчас посмотрим. Там два шамана хулипал захилят оню. Хер его Я знает. точно захилил. Почему нет? О. Даже с три захилим. Ребят. Что? Грудак. Конкретно грудак интересует. На рогу. Ты кто? Я дымок. Рога. Просто у меня три куска есть, если он будет анролом, может я с другим рейдом пойду. А кто у У меня меня уже анрол три из писал, я не четырех, помню. две апнуты. Кто у меня просил этот самый анрол? Не знаю уже. Настя. Настя, что ты просила? Ты четыре, по-моему, налог. Ладно, ближе к делу. Монтир. Луцин Диси. Я уже пешком до инстадали добегаю, блядь. Мы что, с умом, блядь? Вот пришел с умом только что. Ты кому с умом? Танком коват. Я в Дисе вообще. Ага. Тут хер привыкнет, что-то в Дисе кто нет. Пошли, короче, херачим. Да их сказки хоть до раздам. Давай на ходу, я пока свожу туда. Мобов в коннексе. Вы их не бейте пока. Кинь каплю на моего друида. Груры маги, кабычка будет или фрэнк? Все, обычка. Кого напуливает, ребят? На звезду и кружок. Спасибо. Че мне бафать? Бафать? Давай посмотрим. Коват каски. Полдинчик в Дисе. Полдинчик. Полдинчик. Кулаки или статика. Эти кресты. Ты танчи, короче, я с собой буду поищу. Эвейдит самок. Коват мейни, да, будет? Запомнишь, чтобы. Звездочка.
Вас моб убежал там. Ну я бегать за ним не буду, надо к танкам бежать, а не от танков. Ничего не страшного. Заходите сюда, кто там остался, живой, заходи. Чек. Один в Агримаре, один в Аларане. Этот Луцинь, что там? Ставьте шкаф. Говорит тут. Тыкаем на сумон. Андрей, пришел Сумон? Угу. Так. Чек на пункт. Забавьте роботом куда каску. Может, он не хочет Сумон? А, босс не идет. Дайте к... Дает, что ты... Приехали. Статика даст кресты. А кулак хан там можно? Кулак паладинчик. Ка разбав. Как магрот он подбирает. Геру дать или ваш саммит он дает? Он ваша будет. Маба большого встретить. Че, гирд не дали? Я спросил, мне ровно ответил. Можно вообще не давать, она потом на их не тратится. Ханя, отбегаем. Ставит только босс там. Сейчас он поставит, подойдем все. Четвертая пати, пятая, тотем третий поставь. Давайте первым. Прожимаемся. Зеленку пика. Рок.
портал Далран выплетим. Пароль голову. Сейчас. Кто тут еще голова? Сумка. Мне не нужно. Портал не исчез. Нужно. Портал исчез, сука. Да, хорошо, колгон. Первый долетит там сумнете Лока. Хотя он вон летит. Ну короче, шкаф в инсте поставить, все сумнете. Только вот, тоже на социальной лётке. Ну, естественно. У тебя же есть 310, нет? Я путаю. Быстрее было бы. Что, у вас там есть шкаф? Лок есть. А шкаф? Ставит. Только зашел. Сумуньте сразу. Вой до четвертой пати. Быстрее сумуниться будем. Луцинь тут потанчить можно. Кто присамонился и не самонит, отойдите от шкафа, пожалуйста. Все, остался паладин или шаман? Я его самонила, он что-то не самонит. Просто проверку дадим, если не примет, сейчас начнем босса бить. Вас лупсинем кончите по дамажу смотрим. Все, шаман тут. Изис, дай, пожалуйста. Трава мурова тут. Да просто маг баф дай. Ага, спасибо. Какой менту, блядь. Рибаф порогом. Дал рибаф. Хотя бы кулак. Чем могу быть полезен? Добро пожаловать, герой. Вы
Это, ну, без рыбы. Кулак, порог, кулак. Кулаки дают. Кулаки дают. Отходил чуть-чуть. Все, рыбки не будет. Да без рыбки хороши. О, а говорите, экономист. Вон кто экономист. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Там не наварили, жить ставь. С тобой уже четвертая охота закрывает, и четвертая охота рыбу вообще не ставишь. Блядь, я не должен ее ставить. Да, ты, Рэл, ты должен! Нет. Да? Ужасный РЛ. Пиздец какой. Ты еще и не должен. Намыло. А зачем он ролишь тогда что-то? Сукин сын. С таким ДПСом это позор, говорите. Что, я не прав? Какой у меня паладина он только спиздюли. 400. Не знаю, каски нормально раздаю. Каски, да, вот на кулаках вечно кто-то, блядь, слакает. Не кто-то слакает, а я вот в таргет беру, вечно кого-то нет. Не кто-то слакает, а я слакаю, да? Вот, я сейчас взял паладина, его нету. Стоит в уход. Давай, парей, добеги. Много зеленых. Давай, друид, вставай. Это вы жесткие. Это был кош по скиллу от четырех разбойников, да? Спасибо. Какой кулак, такой кош. Давайте я буду кулаки раздавать. Тогда буду слакать с крест. А кресты нахуй не нужны. Я могу кресты дать на... Ну, сейчас разбахаю вам кулаки. Я разбафаю кулаки, не знаю. Понимаешь, просто вообще нету 4 паладина, один баф от кого-то. Все. Не надо, зависит. Кресты я раздаю, неправда. Зачем рогом кресты? Скажи, пожалуйста. Понабирать. Вот я говорю, давайте я буду кулак раздавать. Раздай хоть ты, потому что, ну, как? Да я как играть на такое говно? Не переживай. На, не ворчи. Короче, давайте как. Кават бафаешь кулаки, листатика бафаешь кресты, а бабьё добафаешь каски. Заебись, да? Умничка. Кават точно не заслакает с кулаком. Кто там недовольный с рыбой был? Держи. Если бы не ворчали, да?
Да, вот лишь бы, блядь, довольны были. Запускайте. Так, вроде всем до указки. Проверьте. Билфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Неплохо. Че там, перебафались? Так, смотрю, кулак на сове есть, МП5 есть, каска есть, заебись. Тогда обновлю еще лапу вам разок. Точно нормально будет. Я все в хиле? Да какой хил? В этом. Да, 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 в хиле, в хиле. Зачем тут хил? Я тогда прыгаю в медведи. Когда я закончу, появится грозный демон. Там хилы, два Эршама и Эрдру и... Улипал, там до пизды вообще. И корыто. Клямши. Подамажешь. Портал побьешь. Вулкан там посвечишься. О, рыба, если надо пожрать. Призыва. Ты покорен мне, демон. Ничтожный гном, тебя погубит твоя самоуверенность. Перед вами Джарацус, эредарский повелитель пылающего легиона. Арктический мех можно купить за ледяные шары. Что там? За кожу борейскую, за толстую. Мелкий клоп. 10 стаков на боссе. Резист. Как дела? От кости. Кнопки жмет. Ну я вообще туда не смотрю. Жуну я аларм. Жузе. Вот от кости! Инфернал! Чё, может шаманы там стаки могут подиспелить? Ничего не отображается. Или без аддонов играют чуваки. Там без аддонов видно, чем. К счастью, вы победили. К красному щиту отходить. Теперь вас ждет новый противник. Японским. Вот вы и собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! А, разрулишь по традиции. Это утешение. А, у тебя есть. Заигрался и поплатился. Мне места нету в сумке. Ну, кстати, она уникальна? Да. Так, запускаю. Чем могу быть полезен? Я в прошлый раз троллила. Помнишь, еще маг на меня наехал? Так, и тут я думаю, надо бекашники побыть. Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Только не спульте босса, блять, как утром спульнет какой-то пидор. А будет так. Сражайтесь с честью. Если не двигаться, они ж не агрятся. На всякий случай. Да нет, там ДК. А то люди подумают, блять, как ДК сейчас как хуйнет, блять, притяжку свою. Так, значит, этот самый. Дерево, луна, Локи. Ну,
знаете, что делать. Так, этого вторым. Сирису первым. Тирий будет на этом, то он, блядь, на Луцине. Кават твой будет квадрат. Где рога, блядь? Мой будет рога треугольник. Вот, контроли по черепу дает резист, Женуэн Монрод, вихри, всякая хуйня, сало там, стан. Вот, тут Энх, нихуя себе. Энх еще, внимание, Энх, ему нужно руты кидать, замедлять. Это мелик, четвертый. Вот. После звездочки кружка будем крестик бить. Так, чек на пул. Мне кого держать? Бля, дай-ка мне вспомнить. Значит, тебе ромбик, Кавату квадрат, нет треугольника. Начинаем со звездочки. Так, полуренец, ты тут? Ладно, все почти тут, поэтому притягиваю. Тяните еще раз. Ваши звезду зергайте, потом кружок. Диспел вообще будут? Я думаю, будут. Кружок теперь бьем. Сейчас откатится, притяжку притянет. Имейте в виду, там милики. Могут вам пиздюлей дать. Не хан. Вот ханта сейчас как раз и бьют, так что все нормально. А Геру с диспельте, Мас диспел, дайте присты. Садим присты. Шаманы по диспельте точечно. Зергайте кружок, после кружка крестик. После кружка крестик. Что там, ну сильнее по кружку. Крестик. Это милик, который не танчит, танк никакой. Нужно его слить. После крестика звезду. Не трогай квадрат. Звезду крест забейте, ну чё. Там череп бьёт. Череп, череп, бейте. Готовьте диспел. Диспел. Дайте точечный диспел. С твоей команды знаю, что мне диспелить. Беги, малышка, беги! Слушай, череп в этом печеньку подслей. Играйте в луну, в хила. Печенька. Давайте печеньку добьем. Чуть-чуть. Добивайте. Через луну. Сбивайте ему кусты. Чтобы он не кастовал, не гильдил там. Диспел. Дайте по ШП, пожалуйста, Игорь. Так и вычел там.
где он тут? Сука, не могу на панели имя найти. А вот он. Дал имя. Что-то мобы не откидываются. Потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины, и ради чего? Нормально, танк на втором месте подешел. Впереди нас ждет битва с королем Личом. Так, ну вы с Луцинем пытаетесь типа побью. Выпускаю. Сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Все берем черного. Там сами решите, кто какой берет белый. Жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Так, чекнем. Чуть-чуть на метр кинет. Там уренец тут. Давай, пуляй, на пол уже тикает. Да, вижу. Ой, я смотрю, лук постоянно лежит, да? Рожденный ползает, летать не может. Лучше 40-го этажа может или... Головой вниз, правда, но... Сука. Кто знает, из-за чего вот этот баг? Вот я лутаю, и у меня окошко смещается под влево вверх. Зачем? Это из-за аддона. У меня не было такого. Вот я вчера установил 4 аддона, и какой-то из них окно влево в сторону твоего фрейма двигается. Угу. А какой-то ебучий аддон? Скорее блядь. Всего из-за этого багнон. Я скачал вот эту сумку, которая единая. Нет, не он. Меня не багает багнон. Мы вместе нанесем удар по цитадели.
Ну, я точно не знаю, какой, но 4, один из четырех, которые вчера. ДБМ вот этот под Сирус заточен. Ну, Багнон, вот я тоже его скачал, Омин. И у меня после этого стало уходить окно в верхний или в угол. Из-за БДМ, из-за БДМ Сируса. Да, мне тоже кажется, потому что у меня кроме БДМа ничего нету вообще. БДМ. МБД. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Дивиди. Там Кават ругается, говорит, спула дайте Геро. Не хочет. Че, подходите. Ему полезно. Сразу чекаем. Че, Геро спула или на захил? Спула, спула. Окей. Севка, как? Там три в отсчет. Это место станет вашей. Даю. Давай. Да. Сова, дайте. Жуков надо залить. Да, забей жуков. Нефиг их контролить. Фул ауе даем. В корнях жука заберите. Сбейте контроль. Пускай на льду стоит после. Я подвел тебя, господин. Шатрат портал желательно. Сейчас маг подождет. И это сам. Кто он, блять, на груля летит. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Если что-то из того, что выпало, сильно надо, сразу обратите внимание свое, чтобы я кто-то не забыл. Шею и топорик. Если там колечки были. Колечки, по-моему, не было. Спина тогда. Так, а шея какая? Шея хуй знает какая. А, вот это. Сапожки вот это и вот были. Это надо кому-то. Танковские сапожки, бля. Подожди, я посмотрю, какая у меня шея. Отдаю, короче. Давай. Тебе надо она? Не, хуй. Да, давай. Все, дам ДКшнику. Давай, заходи, да. Ну ты мне плюс санешь. Это самое. Напишешь вкладку О, напишешь там Void, 4 буковки. Найдешь 2 Void'а, напишешь ПМ ДКшнику. И возьми хотя.
Точно, заебала сигналка, сука. Почему мне субхита заебал с ИК-25-ки танковскими? Лучше с ЦЛК сразу. Кто меня пустит с ЦЛК, блин? У тебя нету этой?